Алханай, конечно же, если человек приходил с открытым сердцем и чистыми намерениями, помогал. Десять лет национальному парку исполняется. Мы сейчас находимся в храме. Трудно в это поверить, но это место называется Демчик Сумэ. Опять-таки, в Бурятии есть такая традиция подносить кадак родителям. Например, жених подносит кадак родителям невесты. Вода – это наша кровь. Можем полюбоваться. Иди со мной. Может быть, мы сейчас не в полной мере ощутили красоту алханайских троп. Его звали Алакхан Пестрыхан. Он был, конечно, исполинских размеров, очень сильный. Отызображены такими, то есть богини. Это место называется Каменная Часовня. Не было поселения, не было туркомплекса никакого. Здесь было очень спокойно. Все остальное нам неведомо. Все наши возможности, которые человек имеет, мы их не развиваем. Иди со мной. Но перед тем, как отправиться в следующее рождение. Ну, значит, грехов мало. Ну, молодец. Можно сказать, что один из древнейших культов на Алханае также считается Сумэ, то есть это храм. Куда приходят женщины, в основном женщины. Любое здесь место – это храм. Этот храм называется Нархаджо. Или храм поющей царевны. Волчицей лететь над водой, зов простит.